Всем привет! Сегодня хочу вам еще раз показать выставку, которая проходила в музее Иерарта. Выставка Александра Петрова называется «Моя любовь». Так называется его фильм. А фильм снят по роману Ивана Шмелева. «История любовная» называется. Это одно из самых лиричных произведений Шмелева, русского писателя, который он сочинил в эмиграции во Франции в 1923 году. Здесь представлены различные избранные картины Александра Петрова, из которых в свое время этот фильм складывался. Александр Петров работает в такой нетрадиционной технике и даже, можно сказать, технологии. Он работает на стекле, не кистью или мастихином, а просто рукой. Ну, естественно, в каждом мазке художник воплощает тончайшие нюансы смысла, идущие изнутри при создании той или иной картины. А в результате из всех этих картин сложился фильм «Моя любовь». Очень красивый, просто, вы знаете, произвел на меня впечатление этот фильм. Несколько слов о Александре Петрове. Ну, во-первых, он человек, который получил Оскара. Художник-мультипликатор. Живет и работает в Ярославле. Лауреат Российской премии РСФСР имени Крупской за 90-й год и Государственной премии России за 95-й год. Так говорит Википедия. 4 года с 1996 по 1999 год жил и работал в Монреале, где снимал картину «Старик и море». Тоже потрясающая картина. Я смотрел в интернете. 30 месяцев напряженнейшего труда. Просто обалденная вещь. Всем рекомендую в интернете найти и посмотреть. Как я уже говорил, награжден премией «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм. Также он является членом Союза кинематографистов России, член Международной ассоциации аниматоров, член Американской киноакадемии, почетный член Российской академии художеств. Но у него очень много заслуг, регалий. Действительно, это просто потрясающий, судя по всему, человек, художник. Я вам предлагаю посмотреть немножко вот то, что я смог увидеть в Иерарте, и постарался сделать из этого маленькую такую зарисовочку. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего.